What science is, and how and why it works. Когда мы чувствуем неловкость, ничто так не подчеркивает это чувство, как пунцовые щеки. Так зачем нужен румянец? Неужели, чтобы еще больше смущать нас? Румянец — это непроизвольный неконтролируемый рефлекс симпатической нервной системы, которая запускает реакцию «бей-беги». Выброс адреналина ускоряет сердцебиение и дыхание, расширяет зрачки и направляет энергию в мышцы. Все это усиливает чувства, которые вы испытываете, когда смущаетесь. Но еще адреналин расширяет кровеносные сосуды, ускоряя кровоток и доставку кислорода. Что интересно, от адреналина на лице расширяются вены, хотя в остальных частях тела такой реакции нет. Это исключительно человеческое свойство. Сам Чарльз Дарвин говорил, что покраснение – наиболее своеобразное и характерное для человека выражение эмоций. Но ученые пока не пришли к единому объяснению. Главное предположение в том, что румянец появился как средство выражения сожаления в рамках социальных норм. Краснея, мы показываем, что признаем свою ошибку перед другими. Можно сказать, мы невербально извиняемся на языке тела. То есть румянец социально обусловлен. Он свидетельствует о раскаянии гораздо надежнее, чем слова и поведение, ведь его невозможно подделать. Когда люди видят, что вы покраснели, они точно знают ваши чувства. Эта версия согласуется с гипотезой о том, что наше цветовое зрение развивалось так, чтобы мы могли видеть перемену оттенка кожи, а значит и эмоций. Некоторые исследования показали, что люди больше симпатизируют тем, кто краснеет после конфуза. Краснейте. Этот сигнал тела помогает сохранить лицо в неловких ситуациях. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.